Эй, друзья, всем привет! Это канал Дурацкий и Крутой, это Паразит Ева. И как вы помните из предыдущей части, у нас предыдущая часть была очень маленькая, всего лишь 19 минут или около того. Там, короче, у меня произошел небольшой казус с дисками, я их там не одуплил, как поменять. Там на самом деле все оказалось очень легко. Давайте нам... Я, короче, убил... В той части, типа, как не босса, а какого-то такой шестерку босса, такой, знаете, этот, многоножка была. Мы взяли ключ от музея. Я, значит, такая, в музей. Ну, мы сейчас с вами пойдем в музей. Ну, прежде нам надо выбраться из шахт. Так, или метро. Вот это вроде сейф последний мой. Сейчас посмотрим. А, вот видите, бруклинский у нас. Получается, бруклинское метро. Метро Бруклина, точнее. Вообще действует у нас в Нью-Йорке, как происходит, если мне память не изменяет. Сейчас нам надо вернуться. Я думаю, сейчас нам какие-то козни будут строить, чтобы мы с вами так сразу не вернулись. Ева будет там всякие подлянки строить. Что у нас там с жизнями? Нормально. Патрон нормальный. У нас еще есть 7 снарядов базуки, которые я хочу приберечь на финального босса. Они там крайне эффективные будут. На всякую шелупонь тратить мы их не будем. Так сказать, подкопим. Так, тут сохранят смысл, я думаю, никакого нет. Это тишина. Это тишина просто пугающая нафиг. А, ну здесь уже какой-то звук хоть есть. Просто представьте, женщина такого хиленького телосложения, такая некрепкая, бегает по канализациям, значит. Где за каждым углом может поджидать ее тварь. Надеюсь, мы больше не встретим этих многоножек, потому что они вообще не в тему будут. Кстати, ребят, вы можете... Ой, блядь, не дай бог многоножка. Вы можете под этим видео предлагать свои варианты, ну, игр каких-нибудь, может быть. Только есть одно условие. Я игры на английском редко... Ой, на русском редко прохожу. Игра именно должна быть на английском. Потому что мне интереснее более такие игры, чем на русском. Ну, или просто свои варианты предлагайте, или предлагайте. Может, хотите... Ай! Обзор какой-нибудь... Чтобы я сделал на какое-нибудь аниме или мангу. Мне это ворона бесит. Надо вообще-то посмотреть арты на монстров, на Паразит Еву. Я думаю, они клевые будут. Так, вода Д нам не нужна. Вспомнить бы еще, как вернуться назад. Не люблю канализации, лабиринты. Я думаю, никто не любит. Правда, я думаю, что еще в этой области куча ништяков различных, но я их не стал искать, потому что это было бы тогда уйму времени на прохождение, которого у меня нету, к сожалению. А так бы я бы с удовольствием побегал бы, пофармил, ништяки бы всякие пособирал бы. Но нет. Итак, эта стычка с невидимыми врагами меня хорошо так задерживает в этой игре. Не поймешь, где они, когда они на тебя нападут. Красивенько я в воздухе пришлепнул. Надо на что-то поменять. Сейчас надо аптечка, короче, нам с вами фармить, чтобы на финального босса хватило. И жизни вкачивать. Финальный босс здесь будет Ева, конечно же, несколько ее форм. И потом под конец ребенок Евы будет за нами бегать. Здорово.
Интересно, здесь нету массового какого-нибудь заклина... Типа не заклинания, а это... Умение, чтобы массово их вырубить все. Или сжечь их как-нибудь. Дезориентация самая поганая, вот, что может быть. Прям бесячая такая херня на самом деле. Они уж два раза меня прям ей обласкали. Вообще эта пушка очень долго прицеливается, очень долго стреляет. У нее, конечно, убойность хорошая, но стрелять из нее это примерно как стрелять, не знаю, по спичке, блядь, по какой-то. Или по иголке. А, и у нас еще не такой офигенный стрелок. Вот во второй части можно бы в тире пострелять. Там механика боя немного другая. Тут она прикольная, не спорю, но она такая, такая дебильная, вот честно. Лучше бы они стояли, как в РПГшках, и не двигались. И ты просто как в РПГ стрелял бы по ним. Не знаю, как, например, Front Mission, той же самой. Тут все как-то переиграно. Узкое пространство, и ты в этом узком пространстве пытаешься выжить. Что крайне неудобно в некоторых случаях бывает. Но со временем привыкаешь к этому геймплею. Он даже кажется каким-то прикольным. Каким-то, знаете, живым и не похожим на другие. Такой экспериментальный геймплей. Воду R на воду D нахер надо. Ты как бы такой устаешь от этих всех однотипных, знаете, таких ролевых игр, или стрелялок, или, например, тех же RPG стареньких, где просто стоишь и не двигаешься. Ну, а тут такая, так сказать, нововведение такое. Опять их четыре, ну это просто издевательство надо мной, я чувствую. Она еще вот час перезаряжает. Это так глупо выглядит, когда она пытается в мышь попасть. Я думаю, нам надо оружие сменить с вами на другое. Например, вот на М5. Сейчас он побыстрее хоть стрелять будет. И заряжается он побыстрее. Давайте вы еще двое стреляете и... Гады. Блин, не здесь. Ну ладно, значит чуть выше надо. Не помню, где эта лестница. В этих стоках можно хорошенько так запутаться, знаете ли. О, стоп, а это чё? Нет места. Я знаю, что у меня нет места. Кстати, возможно, это просто ссаный ключ, но... Жалко, вот эту хрень нельзя применить. А можно выбросить, удалить, точно. Вот, а кто лучше? Не-не-не. То есть я выкинул воду и получил воду. Отлично просто. Тоже тупик. Да что ж такое-то? Значит, надо еще выше подняться на одном... Это прикол, знаете, надо вниз было идти, а я вверх побежал. Не, вроде вверх.
Если мне память не изменяет. Конечно, может изменять, но... Тогда я совсем уж старенький дядечка. Походу, я старенький. И сейчас тут будет сверху, да? Типа там тупик будет, тогда вообще полный фарс. А, нет, смотрите, все ништяк. Значит, все-таки память мне еще пока не подводит. Сейчас нас там господин Лао Чен встретит. Ой, то есть японец. Забыл, как его зовут. Все это... Грязь. Что вы говорите? Он нам то же самое тогда говорил. Ладно, пушку оставим. Сейчас в музей пойдем. Я почему думал, что он нам что-то другое скажет, что ли? А он нам одно и то же по 100 раз говорит. Давайте, пожалуй, сохранимся тут. Сохранения лишними не бывает, друзья. Ой, ладно, меня здесь никто не нападет. Я прям в это даже не верю, как с плеч прям отлегло. Я помню, что в музее будет тиранозавр. Теленкозавр. Тиранозавр, точнее. Так, а как уйти-то? А, в бок. Так, у нас уже ночь. Нам нужно с вами в музей. Но давайте вначале зайдем, знаете, куда? В полицейский участок, потому что у нас... Интересно, а мы можем в полицейском участке это... Модернизацию оружия сделать? Давайте заскочим, попробуем. Просто там вроде какое-то разрешение надо добывать, чтобы разрешили модернизацию сделать. Может быть, в нынешней ситуации это уже не актуально? Потому что больше мы вроде с вами нигде не можем этого сделать, кроме как Police Department NYPD. Так, вроде тут, а. Давненько я уж тут не был. Так, модификация. Ордер или карточка. Отдать хлам. Ну, по крайней мере... Чё? Хрен? У тебя нет сейчас хлама в рюкзаке? А карточка есть? Ну, блин, гад. То есть мы сюда просто так забежали. Ну, значит, игра позволяет нам с вами только по карточкам и по ордеру. А может, нам шеф даст карточку или ордер? На одну модернизацию хотя бы. Давайте заскочим к нему. Скажем, шеф, давай карточку. Если он, конечно, у себя. Шеф, ты у себя? Угу, хрен. Не знаю, где он. Ну ладно, не будем больше времени терять. Поедем на этот, в музей. Ключ от ворот мы взяли с вами. Стрёмно, конечно, что мы ночью с вами поехали. Довольно-таки там страхово сейчас будет ходить ночью в музее.
Там же всякие эти скульптуры, там скелеты всякие. Стромота, короче, одним словом. Надеюсь, нас пустят на этот раз. Так, где дверь? А, нам вот это. Ой, у меня что-то и провалилось текстуры. Да, прошли. Я помню, там на первом этаже этот чекпоинт должен быть сразу справа. Где-то. О, доктор! Кто здесь? Подождите! А, это же доктор Хреников тот, который экспериментировал. Так, а сюда можем зайти? Нет? Сейчас только засейвимся тут. На всякий пожарный. Как я уже говорил в Чайнатауне, когда мы с вами были, сейв в этой игре не бывают не в тему. Они всегда в тему. Всегда сохраняйтесь нахрен. И никогда не брезгуйте сохранениями, а то потом поплатитесь. Что, погнали за доктором? Блин, надо было оружие сменить. Давайте оружие сменим на мощное. Потому что М5 тут явно уже не в тему. Так, у нас какая была? 203. 54 урон. Что там? 7 патронов. 7, 6 патрон. 54. 54, 65. А, это этот. Гранатомет. Это 22 патрона. Вот это хорошее оружие. Надо нам все-таки 550-е прокачивать. Хоть у него атака послабее, у него зона действий побольше. И патрона 22. Ну ладно, пока 5 выберем. Что-то тихо как-то. Подозрительно. Никого нету. И сразу тишина опять, знаете, чтобы мы это, на очко подсели с вами. Так. Ну, наверное, по прямой надо. Разбили, что тут? Еще стрём. А, он. Аптечка, это хорошо. А, кстати, аптечек лишних тоже не бывает в этой игре. Они всегда в тем, какой он, так сказать, заботливый. Приоткрыл нам, значит, дверки. Гаденыш! Стой! Эх, блядь. Ух ты, динозавры. Они на ночь сильные. Ну, по ним неплохо так оружие бьет это. Я, кстати, думал, что я другое оружие поставил, немножко перепутал. Господи, откуда взялись эти динозавры? Из мелового периода или в каком они там были, прямиком. Музычка, кстати, сменилась, слышите, страшно заиграл. Блин, как обычно, места нет. Не, ключ мне нахрен не нужен, давай его поменяем опять назад. Что я их насобирал, лучше воду оставить, мало ли она пригодится. Тикс. Так, P220. Не, мне он нахер не нужен тоже. Что-то у меня нехорошее предчувствие, друзья. Закрыто. Блин, нам надо назад возвращаться. Пока я не совсем понял, какая тактика должна боя быть против этих динозавров. Что они какие-то быстрые, блин, а я такой неторопливый гражданин. А каждый раз юзать этот, как его, ускорение. Так, это что за хрень? Что вы за какашки? На них должен лед хорошо действовать, они же это, вымерли. Динозавры. Хотя они не ото льда вроде.
Надо попробовать другую пушку взять. Так, хлам мне не нужен. Давайте возьмем М50, что ли, как он там назывался, не помню. Попробуем его бронебойность потестить. Это сейчас, это гранатомет. Так, гранатомет у него, значит, в бойность получше будет. Пятьсот пятидесятый с зарядами 22 заряда. Это мне не нужен. Четырехзарядный М79. 54, а у этого 50. Давайте 203 с четырьмя зарядами попробуем. Ледяная. Да ну, блин, я не знаю. 54-й, либо... Давайте каждый этот потестим по отдельности, посмотрим, что как будет. Какое оружие более эффективное. Какое зайдет, то и оставим. Ну, конечно, тут такая большая территория. Тут битвы не миновать. Оу, щит. Бочком-бочком идет. И эти какашки прыгают. Стоп. Блин. Так, ну это вообще херня какая-то, по сути. Давайте вот на это сменим. Вот это неплохо бьет, в принципе, но... Как сказать... Скорее не чуть бахнуть. Потому что что-то они кусаются больно. Нет, стоп. Два заряда, это вообще как очень стрёмно. Нет, дробаш лучше всех бил на них, по сути. Ледяной. Прям чётенько он бахал по ним. Сейчас мы с вами ускорение шедарахнем на нас. Я, а чё он по нему херню бьет? Походу, у меня заряды закончились понтовые. Это стрёмно. Тогда, кроме того, той пушечки, мы ничего не выбьем с вами хорошего более. Давайте её назад вернем. Зараза, ушел далеко. Они как водомерки какие-то прыгают. Еще языками стреляют своими. Против них отличные ледяные снаряды заходили. Бронебойные как-то не очень. О, качнулись мальцам. Сейчас аптечек наберем с вами. Давайте сосейвимся еще раз. Что делать теперь? Нам надо ключ, наверное, какой-то найти. А где его искать? Наверх мы с вами не пройдем. А если вот сюда? Лифт не работает? А если под лестницу? Под лестницу можно. Что это за херня? Типа живой уголок?
Блин, тут вообще драться нереально. Да, крутится-то незнатно. Зато аптечек до хера и больше дают. Не знаю, куда их девать. Нам, кстати, с вами дали, я вижу, там броник. Ну не броник, а типа укрепить броник мы с вами можем. А, пистон. Так, используем его, знаете. Давайте на своем. Наша суть сейчас это надо достать ключ, чтобы открыть ту дверь. Стрёмную. Так, куда? Ну, по прямой. Выбор не особо-то у нас тут нету. Музей огромный может быть, вот можно днем днями ходить в этом музее. О, а ты кто? Я сейчас с тобой разберусь. Ой, может базуку достать? Пару раз бахнуть по ней. Чисто, знаете, попробуем, давайте. Сейчас я, говорит, с тобой разберусь. Я вот насчет этого сомневаюсь, что мы с вами... Ай! Ой-ой-ой-ой-ой, как это все стрёмно. А у нас что, типа один снаряд был, интересно? У нас еще есть снаряды. Блять, да как от него вернуться? Да, базука очень заряжается долго. Блин, она под такой траекторией двигается, я нихера не успеваю вернуться, блин, от этой атаки. Какая она противная. Еще я думаю, что я пожалею, что я сейчас снаряды трачу. А может и не пожалею. В принципе, я 3 снаряда потратил. А там их 9 было. Получается, у меня еще 6 есть в запасе. Давайте сменим оружие на наше любимое с вами. Где оно? Оно что, кстати, не прокачал, что ни хрена? Походу нет. А, блин. Ледяной же внизу был. Так, что тут у нас? Опять вы. Какие меня бесите. Вот эти ледяные, кстати, они бьют намного больше и лучше по врагам. Особенно по динозаврам, да, как я говорил ранее. За 4 выстрела можно вынести их, по сути. Хорошо, что ты так близко подошел как раз к тему. Ну что ты гад? Он, кстати, на хамелеона, наверное, похож больше. Бля, 2 аптечки пропустил. Ну ладно. Что-то нас аптечками прям закидывают.
Так, сюда можем куда-нибудь? Либо наверх, либо вниз. Не знаю, давайте пойдем вначале наверх. Может быть, от них убежать? Нельзя. Плохо. Еще раз попробуем сейчас. Ага, получилось. Давайте вверх поднимемся. Да ну ёб твою мать! Короче, убежать невозможно, как в других нормальных RPG. Стычка по-любому не миновать. Проще убить их сразу все. Клаб нам не нужен. Пойдемте вперед. Не знаю, куда мы выйдем, если пойдем вперед. Куда-нибудь да выйдем. Ой. Здесь чего? Какая-то... Ничего. Я сюда шел, чтобы здесь побегать и уйти. Блин, так и знал. Минутку, что это за звук? Оу. Что это за звук? Ай, куда меня привела? К боссу очередному? А, что-то сломалось. О, все разрушилось. И... Что мы можем... Блин, вы кто? Тараканы какие-то. Блин, я запутался, в какого я стрелял. Они все одинаковые. Вроде... Ай, нет, нет, не в того. А, ну, окей, хорошо. В этом вроде забомбил. Какие-то креветки, что ли, блин. Ну чё, приятель, последний остался. Там стишь за друзей своих. Так, надо забрать. У меня просто все в аптечках. Просто все. Даже не знаю, куда их складывать. Можно было бы вместо ключей брать. Мне уже. Я просто буду их тогда заменять вот на эти. Буду более клевые брать. Ну и в чем смысл, то, что я их убил? То есть как бы ни в чем, да? То есть просто они типа порушили это вот эти вот монументы и типа все. Ну здорово, что, пойдемте наверх. Надеюсь, те хамелеоны не появятся тут снова. Надеюсь, чего? О, круто, пушка. Тоже, кстати, стреляет это. Так, Что-то я уже в них запутался. Так, стоп. Наверное, сам вверху было, вот это вот. Стоп, нет. Вот это вроде. Да.
Митохондрия вырабатывает АТФ, азеонозидифицированную кислоту в клетке. Какое количество энергии она содержит? А я откуда знаю? Ух ты, угадал. Дерьмо. Какой я угадливый. Такс. Куда? Опять вопрос. Давайте вперед нам. То есть мы можем ништяки за правильный ответ получить. Это херня. А, вот они отсюда спрыгнули, эти дракашки. Типа ожили и спрыгнули, да? А вон дверь. Я так понимаю, нам сейчас нужно с вами ключ найти от той двери. Что-то подняться на третий, опуститься. Ну, давайте на третий. Я хрен знает. Я вообще хрен знает, куда мы с вами идем. Я думаю, нам нужен тот самый кабинет тому доктору, который нас наипал. Эй. Здорово, сейчас пушку как раз опробуем новую, ледяную. На тебе. А, это не новая. В любом случае, ледяная пушка хорошо действует на этих тварей. Так и сыпется, так и сыпется. Так. Что у нас тут? А, тут вопрос. Митохондрия — симбиотическое тело внутри клетки, которое обеспечивает клетку необходимым количеством энергии. Каким процессом оно управляет? Старение, снижение скорости репродукции, разрушение ненужных клеток. Может, старение? Эх ты, блядь, опять выиграл. Тут вообще возможно проиграть? Так, и типа все, да? Здесь больше ничего нет. То есть мы поднялись сюда, чтобы сыграть в игру. Ну ладно. Значит, на первый спустимся. А вот еще сундук. Стоп. Остаться. Я же сундук вижу. Ракета. Ракета — это хорошо. Ракета лишней не бывает в этой игре. Значит, у меня еще есть... Сколько я, получается, 3 выстрела потратил? 6 или 7 выстрелов. Так, это... О, может, еще ракета будет? Так, у нас нет места, значит, не ракета. О, атака плюс один. Давайте ее заюзаем и заберем аптечку. Мы же хитрые с вами. Так, о, у нас еще прочность есть, плюс один. Так, с атака 58, 50, 47 ППК. Базука 54... М203. Давайте будем юзать на то, чем сейчас пользуемся. Я думаю, это будет правильным. Протектор. И все, погнали. Оу. И чё, и мы здесь не пройдем, да? Херово. А прыгнуть нельзя? Не, нельзя. Ну ладно. Ну ладно. Пойдемте дальше. Теперь вниз пойдем. Я так и знал, что здесь будет жопа какая-то. Пятите креветки. Надоели, блин. Ладно, хоть они не особо сильные враги. Немного бесит, правда.
Может, это броненосцы, а я их назвал креветками. И, кстати, заметили, да, чем меньше их, тем больше им ходов дают крутиться. Патроны — это хорошая тема. Я не могу пройти здесь. Ну, здорово, чё. Здесь мы с вами все осмотрели, значит, идемте вниз. Там было вниз и вниз, можно... Вниз-вниз, короче, можно было пойти еще. То есть... А вон что лежит, похоже на какой-то снаряд, как будто. Вот комбинация вот подобных тварей крайне бесит. Да не считается, вы потеряли не такого же, как вы. Это был другой совершенно вид. Эй, какой же ты гад. Ай, нет, мусор мне, конечно, нежелательно. Вообще не понимаю, нахера этот хлам нужен. Эй, закрыто. Так, закрыто, значит, блин. И куда? А хер его знает. Я честно не знаю, друзья. Я, так сказать, потерялся. Опять. А, кстати, мы в эту штучку не отвечали. Чем питались первые организмы, жившие на планете 3,9 миллиарда лет назад? Кислород из океана, вулканический азот, процесс фотосинтеза. Кислород из океана? Нет? Ва-ва-ва. Вот, буду знать. Ты один? А где твой друг? Вас обычно по двое всегда. Вам нам не нужен. И вот здесь еще херовина одна. Ну, что нельзя? Мы уже... А, вот. Ух ты. Сколько животных спрятано? Ой, я не считал. Давайте 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Еще разок. 7 или 8 даже. 2, 3, 4, 5, 6. Блин, да вы угораете, я не увидел. Короче, в жопу не хочу. Я слишком невнимательный для этой загадки. Я думаю, друзья, нам нужно с вами сохраниться, потому что играем мы уже долго с вами. Ну, если вам понравилась эта часть, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на мой канал. Ну а с вами был, как обычно, Дурацкий и Крутой. Всем удачи и до новых встреч.